Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хотела бы вам показать программу специальных предложений на март от компании Tupperware в Балтийском регионе. Наш буклет на март выглядит вот таким образом. Главной его идеей является акцент на бережное отношение к природе. И слоган, который вы здесь можете видеть, «Сохраним планету». Как всегда, я очень рекомендую вам внимательно читать наши буклеты. Там множество есть разных подсказок. Там, конечно, вы найдете все размеры, все объемы, все диаметры, количество, скидка, какая скидка на данный момент и так далее. И, конечно, всегда переходите на наш сайт tupperware-riga.lv или tvriga.lv, и дополнительную какую-то информацию вы можете найти там. Невозможно в коротком таком ролике за такую маленькую презентацию рассказать обо всех изделиях со всеми их нюансами, но каждый раз мы с Аей стараемся это делать на двух языках для того, чтобы вам была возможность у вас получить всегда хорошую информацию. Итак, март выглядит у нас таким образом. Это основная программа, и мы теперь уже знаем, что каждую неделю марта у нас будут еще дополнительные специальные предложения. Следите за ними, пожалуйста. Но эти предложения ограничены еще больше, чем основные предложения. Как всегда, я должна вас предупредить, что не стоит долго думать. Если вы приняли решение заказать какое-то изделие, то заказывайте его скорее, и если вы постоянный клиент или консультант наш, то заказ нужно отправлять быстрее, чтобы завод видел, что вы это изделие заказываете. Итак, главная новость этой программы – это появление в нашем регионе впервые вот этих чудо-мини-банок, чудо-банка, потому что мы уже знаем с вами большие банки, 1,5-литровые, 3-литровые, 4,5 литра, мы к ним уже привыкли, и мы ими пользуемся с удовольствием, а вот это мини-чудо-банки. По картинкам они выглядят одним образом, на самом деле в жизни они выглядят гораздо миниатюрнее и милее. Единственное слово, которое у меня возникает, когда я беру в руки эти банки, они очень милые, действительно очень приятные и очень милые. Итак, основные характеристики – это химически нейтральный полимер, материал Tupperware. Это означает, что эти банки абсолютно безопасны для контакта с продуктами питания. Второе, наверное, качество их – это то, что они невероятно легкие, они невесомые. Вы, конечно, понимаете, что прототипом этих банок послужили стеклянные банки, но стеклянные банки, они тяжелые и они бьются. Вот, значит, второе качество этих банок – это их невесомый вес. Третье – они прозрачные, что очень удобно. Они более прозрачные, чем привычные нам 3-литровые и 1,5-литровые банки. Можете обратить на это внимание. Больше, лучше видно, что внутри у них находится. Дальше, у них широкие горлышки. И это тоже очень важно, когда вы хотите ее заполнить или когда, например, вы ложкой будете отсюда салат есть. Дальше, что они герметично закрываются, то есть завинчиваются, в отличие от многих наших мисочек, баночек с герметичными классическими Tupperware крышками, здесь винтовая крышка, это значит, что вы ее плотно затягиваете, затягивается она плотно еще благодаря тому, что в крышке есть резинки во всех размерах банок, и надежно можете что-то хранить, мариновать, транспортировать, возить и так далее, и так далее. Что это значит, почему на этом останавливаюсь? Потому что наши обычные классические герметичные крышки, например, подкисающий продукт может выбить крышку, тем самым показать вам, что есть, например, эту кашу с ягодами уже не надо, или, например, этот суп. Вот, а здесь банка с резьбой, это значит, что как бы он там ни кис, но эту банку не, крышку не выбьет. Вот, это главное отличие для тех людей, у которых Tupperware изделий уже довольно-таки много в доме. Что еще нужно знать? Нужно знать объемы. Объемы 325 миллилитров. Малышка, самая маленькая баночка. 550 миллилитров средняя.
баночка и большая, объемом 825 миллилитров. Мне очень нравится, что стабильное дно у них, что можно ставить эти банки одна на другую, в шкафчиках, может быть, вам понравится так хранить, или в дверце холодильника, или просто в холодильнике. Вот, и теперь обязательно нужно сказать о том, что у них крышки все разные, и, в принципе, они немножко разное назначение у этих банок может быть. И в программе «Марта» у вас будет возможность заказывать каждую банку по отдельности, и вы экономите 4 евро, если мы сравниваем цену с нашим новым каталогом. Маленькая баночка будет стоить 9,50, средняя 10,50 и большая будет стоить 11,50. Но выгоднее и мудрее заказать сразу комплектом. Комплект будет стоить 25,50, и скидка на него получается 18 евро. Почему нужен комплект? Потому что у вас всегда есть разные остатки продуктов, которые хочется переложить и убрать в холодильник, в прозрачную, наконец-таки, баночку. Потому что, когда вы едете на дачу или на пикник, или куда-то там собираетесь, или даже на работу, то тоже разные объемы вам могут пригодиться. И мне очень нравится еще вот этот вид банок, а не мисок, тем, что в сумках, в рюкзаках, в сумках-холодильниках они занимают меньше места уже в диаметре, чем наши миски. Вот, ну теперь про крышки, да, начала говорить. Значит, у самой маленькой крышка обыкновенная, с резинкой, завинчивающаяся. У средней банки есть клапан, который вы вот так открываете, и можно использовать его для смузи разных, или, например, наш любимый кефир с отрубями или семенами чиа, например, и можно использовать вот таким образом для питья. Или, например, у вас там настой какой-нибудь чайный, или не знаю, что хотите. И даже горячий, ну, такое тепленькое можно, потому что завинчивается крышка, но все равно осторожно выпускайте воздух и закрывайте. Вот, но самое хитрое — это крышка у большой банки объемом 825 миллилитров. Открываете вот такое секретное потайное отделение. Да, мягкая крышка, другая, без резинки, а вот эта вот уже с резьбой. Так вот, это банка с секретиком. Для чего нужен этот секретик? Секретик имеет небольшой объем, 90 миллилитров объем. Для чего он нужен? Для того, чтобы вы могли взять с собой то, что потом нужно будет добавить в блюдо, в салат, непосредственно перед употреблением. Ну, например, это не моя идея, а это идея, которую подсказывает буклет, когда вы берете с собой ингредиенты для салата, а в этом стаканчике берете заправку. Или же, например, мне очень нравится эта идея, здесь можно будет брать с собой холодный суп, а вот сюда спрятать вареное яйцо порезанное, или, например, зелень. Или, если вы берете с собой, например, борщ, можно взять с собой сметану. Или же, если у вас здесь йогурт, то можно взять какие-то орешки или мюсли и так далее и тому подобное. Сейчас не буду тут занудствовать и это все вам подробно рассказывать. Скажу только последнюю вещь, очень интересную, что эти крышки можно менять местами. И тогда получаются у вас разные совершенно другие комбинации. Да, тогда можно с собой на работу, если не успеваете поесть дома, можно взять вот такой комплект. Творог и варенье, например, или йогурт и хлопья какие-то, или орешки, и непосредственно перед употреблением это все добавить. Вот, прелесть невероятная, торопитесь, пожалуйста, заказать, потому что уже вот за, не знаю, за 4 дня распродано уже очень много. Не буду никого пугать, просто если хотите, быстрее заказывайте. Если вам нужен подарок 8 марта, то тоже мне очень нравится идея, что можно туда что-то сложить, ночнушку шикарную какую-то, цветы, что хотите, и подарить, да? Хоть конфетами можно наполнить. Вот, следующее предложение вам знакомо, и следующие изделия, в принципе, вам знакомы. Они простые, и очень быстро просто сейчас их назову. Значит, самое классное предложение мне очень нравится. Это новый ёршик, который у нас только появился в каталоге.
И двухлитровая бутылка с клапаном, да, открывается клапан. И здесь есть ручка-держатель для того, чтобы хрупкие наши женщины с тоненькими ручками, да, для того, чтобы им было удобно эту бутылку нести. Также хочу обратить ваше внимание, что обычные бутылки имеют круглое основание, да, вот здесь. А эта бутылка немножко как бы сжата. Для чего это сделано? Для того, чтобы вам удобно было брать в руки эту бутылку. Если она была бы тоже круглая, да, было бы не так удобно. А она немножко как бы сдавлена, это очень удобно. И еще это сделано для того, чтобы в дверцу холодильника эта бутылка хорошо помещалась. Вот, 2 литра объем, новый цвет, очень здорово, цена 20,90. Только один ёршик в каталоге стоит 18,50, а здесь вместе с бутылкой 20,90. Очень хорошее предложение, очень хорошая скидка. Ёршик, знаете, 3 разных длины ворсинок, два вида мягкости, у основания пожестче, здесь помягче, чтобы не сильно, как бы, ну, не сильно травмировать бутылку. Вот этот ёршик заходит и чистит во все практически наши бутылочки, даже 90 миллилитров. Он шикарно вычищает все термосы наши, кофейные аппараты, вот эти баночки нужно будет помыть, все какие-то ободочки у наших крышек, или вот еще, например, венсмарты бывает, что нужно прямо вот почистить хорошо. Вот, но это не ёршик для мытья сковородок, поэтому жирные горячие сковородки им мыть не нужно, он для эксклюзивной чистки изделий Tupperware и ваших ваз хрустальных, может быть, там. Ну вот, не надо, да, его в жир, в грязь не надо, это чисто вычищать налеты для такой вот особенной работы. Значит, этот комплект сказала, следующий комплект — это бутылка литровая, при заказе литровой бутылки, 750 миллилитров бутылку с клапаном, это без клапана, вы получаете в подарок, да, 14,50, две бутылки по цене одной, очень хорошее предложение, очень хорошие цвета. Следующее предложение, так скажем, мужское, пол-литровая бутылочка и две бутербродницы, большая бутербродница, если смотрим по ценам, идет в подарок. Бутылочка эта с клапаном и имеет здесь такую вот петельку для того, чтобы вы могли веревочку прицепить. Цена комплекта 17,40. Так, раз, два, три. Четвертое предложение, оно такое более женское. Здесь бутылка тоже пол-литра, но простая пробка, более надежная, с которой, ну да, знаете, бывает, что эти пробки не до конца, например, дети закрывают. Вот так не закрыли и жалуются, что она проливается, протекает. Нет, если закрывать до конца, она не протекает. Вот, но если такое случается, то уже купите ребенку вот такую пробку, и не будете переживать, что она открывается. Вот. И еще мне очень нравится, что из этих пробок удобно пить, когда надо там ребенку в автокресло передать глоточек воды или кого-то угостить водой, например. Вот, бутылка пол-литровая и две бутербродницы. Это все серия у нас Эко Плюс. Две бутербродницы, и при заказе, как бы, получается двух бутербродниц, вы бутылку получаете в подарок. Экономия таким образом выглядит. Вот, ну и, конечно, все эти двухстворчатые бабушки, бутербродницы отлично выручают нас вообще каждый день. И перекусы, и орешки, и как аптечку маленькую, и гигиенические какие-то принадлежности, и косметику, которая имеет, увы, свойства, например, протекать, и как бутербродницу, и на коленях, когда нужно в машине быстренько что-то перекусить и стаканчик поставить. Да, вот они бабушки называются, потому что бабочки вообще, они как крылья бабочки раскрываются, да, и вот помогают вам жить легче. Следующее предложение, я немножко как бы сразу на обложку прыгну, потому что это тоже эта же тема, Эко Плюс серии. Coffee to go кружка и ланчбокс с разделениями. У нас часто теперь уже бывают эти ланчбоксы с разделениями, да, покажу. Они не для микроволновки, для того, чтобы вы могли брать 3 разных группы продуктов с собой, чтобы они не смешивались. Так, очень удобно открываются, закрываются. Школьники постарше, чем первый класс, очень их любят, потому что можно взять разные виды продуктов и угостить своих одноклассников. Вот, и эко-кружка
очень легкая, очень приятная. И ее главное назначение – минимизировать количество одноразовых стаканчиков, которые люди потребляют, покупая кофе on the go, да, на вынос куда-нибудь. Вот, то есть это не термокружка, это не термос. Для этих целей покупайте термосы и термокружки наши. Вот, а это просто стаканчик, купил кофе, пошел, купил кофе, пошел. Вот, и из дома, если вы садитесь в машину и хотите сразу пить напитки, тогда это тоже отличное решение. Вот, с ними же очень хорошо коррелируется наша эко-трубочка, но на эко-трубочке сейчас акций нет, я просто показываю, как это все в комплекте выглядит. Вот, вот такой комплект будет стоить 25 евро, и экономия будет 16 евро. Но я вам показываю неправильные цвета. Мы до сих пор не получили правильный образец. И попробую вам вот сюда вставить картинку правильного образца. Если не получится, то просто обращаю ваше внимание в буклете на то, что цветовая гамма будет другая. Кружка будет лососевого цвета, а ланчбокс будет салатового цвета. Но суть не меняется, да? В каталоге у нас есть и был этот цвет, теперь он тоже поменялся на салатовый. Следующее предложение, давайте так, если мы говорим про весну, то следующее предложение это венсмарты. Венсмарты это емкости для хранения зелени, овощей, фруктов, ягод и грибов. Очень мы их любим, у нас есть шикарные фильмы на двух языках о том, что из себя представляют венсмарты. Кому интересно, смотрите обязательно. Но, скажу так, это спа для овощей и фруктов. Это действительно оптимальные условия, в которых зелень дольше сохраняется свежей, вы экономите и меньше выбрасываете. Это коробки, которые помогают вам беречь ваши деньги, беречь ваш бюджет и меньше выбрасывать продуктов. Значит, комплектации и этих изделий будут такие. Два венсмарта 4,4 по цене одного. Скидка 50%, цена 32,50. Дальше, следующее предложение будет вот такой 4,4 венсмарт и маленький объемом 1,8. Если большой 4,4, это больше предназначенный венсмарт для капусты, для морковки, для чего угодно, для картошки уже почищенной, да, что угодно, ягоды, то вот этот низкий венсмарт 1,8, он очень удобен для пучков зелени, прямо вот, которые вы покупаете пучками. Или нежные ягоды, которые не хочется друг на дружку складывать, ну, которые могут под тяжестью друг друга раздавить, клубника, малина, например. Вот, значит, такой комплект будет стоить 32,50 при покупке большого венсмарта 1,8 в подарок. И еще один комплект будет выглядеть вот так. 1,8 низкий венсмарт. И эти тоже малышики. Они тоже объемом 1,8, но другой формы. Мы его называем высокий. Вот, для редиски, для грибов, для тоже для ягод, для чего угодно, да, здесь есть подсказочки, следуйте этим подсказочкам и храните продукты свежими, пользуйтесь на здоровье. Огурчики, да, есть еще одна такая радость в этих венсмартах, в них овощи оживают, в них зелень оживает. Это абсолютная правда, у меня есть видеофильмы на эту тему, у многих, я думаю, во многих регионах есть фильмы на эту тему. Если укроп завял, огурцы завяли, смочите водой, положите сюда, закройте крышкой, уберите в холодильник, через 12 часов оно оживет, оно будет как новое. Вот, очень жаль, что самим нельзя прыгнуть в эти коробки на ночь, чтобы хорошо выглядеть. Вот, про этот комплект не сказала, цена будет 39,50, экономия 31 евро. Так, про коробки, раз уж говорим, тогда скажу еще вот об этом предложении. Это Freezer Mate низкий, плоский, объемом 2,25 литра. Очень удобен действительно для заморозки, для того, чтобы сюда готовить и перекладывать пельмени, равиоли, разные рулеты, все то, что вы готовите в наших силиконовых формах, они дружат, подходят. Рыбу, если вы покупаете, разделываете, убираете сюда прямо большими филешками рыбу,
и не будет неприятных запахов в морозилке. Вот, его можно использовать и в морозилке, и в холодильнике. В холодильнике многие наши девочки знают, что любят сюда заливать холодец, любят здесь делать разные слоеные салаты, слоеные торты, любят здесь делать торт тирамису, например, потому что крышка герметичная, мягкая, приятная, и все замечательно. И, конечно, для ягод он хорош, да, такой нормальный, классный объем. Вот, и следующее предложение – это формы для равиоли. Мы очень любим форму для пельменей, но это не перепутайте, да, есть формы для пельменей, есть формы для равиоли. Это формы для равиоли. Готовится очень все просто, очень, так знаете, с фаном, с радостью. Ножки силиконовые обязательно нужно вклеить, ложечку обязательно нужно не потерять. Что вам нужно сделать? Припорошить мукой, раскатать тесто размером вот так на две ваши, вот на две пясточки таких. Выкладываете один слой теста, ложкой раскладываете абсолютно любую начинку, закрываете вторым слоем теста, прокатываете скалкой и переворачиваете эту равиольницу в коробку или просто над доской, стучите легким движением руки. Если немножко нарушили технологию и прилипло, тогда берете обратной стороной ложки, проталкиваете ваши равиоли, и все готово. И вообще просто прелесть какая, что получается, очень здорово. Но еще что хочу сказать, что да, равиоли вы, может быть, будете делать не так часто, но все уже привыкли к слоеному тесту покупному. Берете пластинку теста, чуть-чуть ее раскатываете, любую начинку, вообще орехи, яблоки, творог, бла-бла-бла-бла-бла, раскладываете, вторым пластом теста такого же закрываете и запекаете в духовке, у вас получаются мини-пирожки, очень классные, вот буквально две решеточки, и вам на семью хватит себя побаловать, полакомить и так далее. Вот так стряхиваете ее и убираете недалеко, потому что потом опять к ней вернетесь. Вот, ложку не потеряйте, ложка идет в комплекте. Цена равиольницы будет 19,50. Бывает очень-очень редко она в продаже, поэтому, пожалуйста, обращайте внимание. Еще несколько предложений осталось. Это широкая лопатка для того, чтобы мы могли переворачивать большие куски рыбы, большие куски мяса. Да, эргономично этот комплект пополняет всю вашу серию кухонных инструментов Tupperware. Так, при покупке комплекта лопатка широкая идет в подарок. Вот этого купили, это в подарок. Так выглядит акция, 12,50 цена. И вот этот пинцет очень люблю, разъемный пинцет, как для размешивания салата, так и как пинцетом им очень удобно пользоваться, когда нужно из банки что-то вытащить, перевернуть, там, из-под дивана достать и так далее. И вот эта часть является ножом, если нужно что-то не особо твердое порезать, желейный торт, например, или мороженое. Торт-мороженое, она немножечко заостренная. И также эта часть является ложкой мерной. По-моему, 20 или 30 миллилитров масла сюда вмещается. И если вы делаете какой-то салат, то можете отмерять этой частью масло. Очень удобно. И суп пробовать удобно, потому что она не нагревается, как металлические ложки. И вы не обожжете свои нежные губы. Так, еще три предложения осталось. Хит всех времен и народов, хит вообще любой кухни. Изделие, которое заменяет порядка 15 других любых изделий Tupperware. Об этом есть отдельный видеофильм на 40 минут. Это салатная центрифуга. Прелесть невероятная, что такое. Все моет, сушит, маринует, клёцки делает, миской является. Скорость развивает отличную, когда вы пытаетесь высушить здесь зелень или ягоды. Она действительно хорошо моет, сушит. Также можно закрыть этой крышкой, убрать в холодильник, вы будете все это хранить. Покажу вам только одну вещь, чтобы не допускали ошибок. Когда вы все отжали, просушили, вот так нужно вылить эту воду, не открывая крышку. Некоторые люди, которые этого не знают, придерживают сито и начинают воду выливать. Ну вы что, в Tupperware все очень-очень-очень продумано, поэтому выливаете, и у вас чистая зелень, чистые красивые ягоды, все готово. Мы скоро займемся, я надеюсь, заготовками, уже скоро появятся новые урожаи. Как это все мыть в таких объемах? Ну, как это все мыть? Только вот так.
Значит, еще одно предложение, тоже достойное 40-минутной презентации. Я просто вам его назову. Это микрокук 3 в одном. Микрокук двухъярусный. Вот так он становится трехъярусным. Микрокук – изделие для приготовления еды в микроволновой печи. Нижняя часть у него 3 литра объемом, средняя часть, боюсь соврать, 1,75, и крышка, по-моему, где-то 700 миллилитров. И можно использовать и как отдельные, и системой. И самое тоже замечательное, это то, что вы приготовили, можно закрыть герметичными крышками и убрать в холодильник. Эти крышки не используются в микроволновке, они только для хранения продуктов предназначены. Вот, овощи, мясо, рыбу, все на свете можно здесь готовить легкого приготовления. Не с косточками, не холодцы варить, не каши варить, а вот овощи, рыба, мясо. Овощи бесподобно получаются, нигде в другом агрегате вы так не приготовите. С сохранением цвета, сохранением соков и того подобного. Но должна сказать, что это не просто со скидкой, а это предложение для тех постоянных клиентов или для гостей, или для клиентов, которые что-то заказали из каталога или специальных предложений текущих Tupperware на сумму 80 евро, тогда вы можете заказать этот микрокук за 89 евро. Это большая скидка на самом деле, это как возможность для гостей. Будьте внимательны, он идет с условиями. Вот, и последнее предложение, дорогие друзья, это сковорода серии T-Chef из нержавеющей стали. Диаметр ее 24 сантиметра. Хром-никель 1810 подходит ко всем видам плит, индукционные, газовые, электрические, какие хотите. Дизайн прекрасный, и если вы коллекционируете серию T-Chef, тогда это будет отличное как бы ее дополнение. И это сковорода без покрытия, ни этерна, ни тефлон, ничего здесь нет, и ей нужно учиться пользоваться немножко, просто знать некоторые правила. В благодарность за это, когда вы научитесь, вы поймете, что это лучшая сковорода, потому что она не боится острых предметов, не боится, что ее порежете, или кто-то ткнет вилкой, или еще что-то. Эти сковородки более долговечные, и с ними действительно ничего не становится. Нужно просто знать, что жиросодержащие продукты можно жарить здесь без масла, без жира, а влагосодержащие продукты нужно обязательно жарить на разогретой сковороде, немножко капнув масло. Вот, и тогда безопасная, красивая, классная сковорода будет вас радовать долго-долго-долго. Цена ее 109 евро. Но если вам кажутся немножко дороговатыми наши цены, то, конечно, всегда, последнее время уже всегда открыто мы говорим всем, что каждый житель Латвии может зарегистрироваться у нас на сайте постоянным клиентом и заказывать самостоятельно в своем личном кабинете наши изделия со скидкой более 20%. Тогда эти цены становятся доступными, красивыми и уже не так больно, так скажем, и можете собирать свою коллекцию изделий Tupperware, наслаждаться, жить здорово, питаться здорово и здорово. Вот, и все на этом, дорогие друзья, постаралась вам все рассказать. Всего вам доброго, всего нам доброго, мира, покоя, здоровья, гармонии, и до новых встреч! Пока-пока.